В Архангельск с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Два часа назад в аэропорту Талаги приземлился борт номер один. В аэропорту президента встречали губернатор Игорь Орлов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин и начальник областного управления МВД Сергей Волчков. Прямо в аэропорту глава государства пересел в вертолет и отправился в Мезенский район на горно-обогатительный комбинат имени Гриба. Владимиру Путину покажут весь процесс добычи алмазов. Сегодня же глава государства вернется в Архангельск. В правительстве области он проведет совещание по социально-экономическому развитию региона. В нем также примут участие представители федеральных министерств и ведомств, деловых кругов, промышленных и общественных организаций. После этого Владимир Путин встретится со студентами САФУ.